Гордость военно-морских сил США застряла во льдах Арктики во время учебных стрельб. Подводные лодки НАТО «Хартфорд» и «Коннектикут» отрабатывали сценарий нанесения ударов по России. По плану, субмарины должны были всплыть и дать условный залп по цели. Лодки используют стелс-технологии и вооружены крылатыми ракетами. Лед оказался еще одним секретным оружием России. Impact. 4-1000, 2-1000, 3-1000, shot! Shot! Breakthrough! Yeah, I know, right? You're always behind it.